Всем большой привет! Вы на канале «Дача» с Виталием Декабрёвым. И сегодня я расскажу, как бороться с вредителями абсолютно натуральным и безопасным средством. Присоединяйтесь! Середина августа. Я называю это время вечером дачного сезона. Но борьба с вредителями продолжается по сей день. После теплой зимы их просто видимо-невидимо. А сейчас еще и самое время сбора урожая. Поэтому я ни в коем случае не применяю химические инсектициды, пользуюсь исключительно биологическими. Но действуют такие препараты не быстро, через какое-то время. И это, так скажем, профилактика. Но иногда нам нужна тяжелая артиллерия, например, справиться с нашествием тли. А препаратов, которые быстро справляются с вредителями, ну, буквально можно пересчитать по пальцам. И я все время удивлялся, ну почему же производители не обращают внимания на такое растение, как далматская ромашка, перетрум. А еще ведь в стародавние времена воины, целители, да и садоводы Александра Македонского использовали далматскую ромашку. Делали из нее порошок, а потом настой, и отлично справлялись с всевозможными насекомыми. И вот мои мысли материализовались и наконец-таки выпустили высококонцентрированный препарат на основе далматской ромашки. И теперь мы с вами можем абсолютно не беспокоиться за свое здоровье и применять его на своих участках в борьбе с вредителями. Что же происходит, если мы обрабатываем наши растения от вредителей препаратом на основе далматской ромашки? Наступает мгновенная парализация насекомого, большая часть из которых погибает, а выжившие не могут нормально функционировать и давать потомство. Насекомые не могут привыкнуть к этому препарату, он всегда будет эффективен. Такой настой безвреден для людей, домашних питомцев и природы в целом. Далматская ромашка быстро разлагается до соединений, которые являются экологически безопасными. Итак, дорогие друзья, разрешите с радостью представить вам новинку. Это препарат PIRBIO. Это высококонцентрированный препарат на основе далматской ромашки. Выпускается он в разных флаконах. 5 мл, 50 мл, 100 мл. Разводится этот препарат очень просто. 5 мл на 1 литр воды. И можете обрабатывать свои растения. Но есть еще такая форма выпуска в флаконе с пульверизатором. Здесь уже готовый к применению препарат. Причем, как мне рассказали производители, вот в этот препарат еще и добавили всевозможные масла, которые тоже помогают в борьбе с вредителями. Например, вот здесь есть рапсовое масло. Помимо действующего вещества, перетрума, масло еще и обездвиживает насекомое, что, безусловно, усиливает эффект. Препарат, поскольку новый, продается еще не везде, но нужно искать, спрашивайте в садовых магазинах вашего города. Я препарат заказывал в интернет-магазине «Семь семян». Ну, там ребята на гребне волны дачной моды, поэтому все новинки в этом интернет-магазине присутствуют. Я рекомендую использовать препарат на основе далматской ромашки вечером, чтобы к утру он успел разложиться и не нанес вреда полезным насекомым-опылителям. В садовом интернет-магазине «7 семян» товаром недели с 14 по 21 августа будет биоприлипатель «Липосам» от Organic Line 280 мл. Вместо 199 рублей его можно будет приобрести за 159. Каждую неделю новые акции на 7семян.ру. На сегодня у меня все. Вместе с вами работал Виталий Декабрев. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал в YouTube, если еще не подписаны. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые интересные видео. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Пока!